Доброго времени суток! Снова были запущены акции у Майл.ру. В частности, подходит к концу, наверное, самая бесполезная акция – карты Дару. Суть ее в том, что при покупке кристаллов начисляется за каждые 100 рублей от 1 до 5 карт. Открываете карты и собираете ряды. За несколько лет данной акции я ни разу не забирала какие-то призы и продолжаю собирать последний ряд. Чтобы забрать приз, потребуется внести на счет очень много кристаллов. А уж чтобы собрать 3 карты дракона... Но кто хочет задонатить несколько десятков тысяч рублей, может быть и понравится данная акция. Хотя для подобного доната есть более полезные акции, типа «Спасибо за покупку» или «Бонусы при покупке кристаллов». Одним из призов акции являются «Крылья Кровавого Легиона», которые относительно скоро должны будут пофиксить. И такую ценность крылья нести уже не будут. Я открыла несколько карт и продолжила копить коллекции. «20 мая началась большая распродажа. Вот эта акция может прийтись по душе многим. С хорошими скидками можно приобрести чертежи донатных пугал, белье, внешки костюмов, универсальное хранилище, дополнительные сумки и так далее. Кстати, также среди скидочных товаров есть за 105 кристаллов набор землевладельца, в состав которого входят пруды с рыбками, буровая установка, рисовые делянки, корова-ромашка и секвойя. Этот набор приобретается один раз на аккаунт. Это значительно выгоднее, чем покупать, например, одну буровую платформу за те же 105 кристаллов. Также в игромаркете пока еще доступны орлиные ларцы, главными призами которых является глайдер Орел и мека-доспех. Мне, как обычно, не везет категорически с ларцами. Лишний раз для себя убеждаюсь, что это бесполезная трата денег. Вот такие донатные события произошли в Архейдж. 30 мая пообещали поставить обновление, в которое войдет сразу несколько обновлений. Введут квестовую ветку в Арамканде, за которую можно будет получить питомца Аркуты, новые Фенрунды, а из значимого это вот Т4 Рамианки в Т2 Эфена, Черного Дракона и нового мерсерверного данжа Логово Дракона. А также много-много-многое другое. Надеюсь, это поставит без значительных падений серверов.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам так хочется дизлайки, и до новых встреч на просторах мира Архейдж!